Всем привет, с вами снова Сергей Лайф, и в этом видео мы с вами рассмотрим тот плагин, который победил в голосовании ВКонтакте. Как видите, победил фильтр Delay, и именно сейчас мы его с вами рассмотрим. Также приглашаю вас подписаться на паблик ВКонтакте, для того, чтобы следить за голосованиями и принимать в них также участие. Давайте послушаем, какой мы звук с вами имеем. Здесь я специально выбрал два звука, один для левого канала, а другой для правого. Потому как этот Delay работает как совместно с двумя каналами, так и по отдельности. Давайте включим эффект и сначала рассмотрим центральный канал, который у нас складывает левый и правый канал и уже к нему применяет эффект. Вот эти вот параметры мы уже с вами рассмотрели в видеообзоре двух Delay'ов, это Simple Delay и Ping-Pong Delay. Эти видео на канале также есть, я сейчас не буду повторяться, и если вы не знаете, как это работает, то посмотрите тот видеообзор. Давайте установим время задержки и послушаем, что мы сейчас получаем. Как слышите, сейчас эффект Delay происходит по центру, именно потому, что у нас сложены два канала. Также вы уже наверняка заметили, что у нас в эффекте Delay присутствуют не все частоты. То есть сигнал отфильтрован. Делается это с помощью вот этой кнопки. Естественно, если мы отключаем, то фильтрация, звук отключается. И по спектру сигнал получается полный. Но также вы можете установить фильтрацию с помощью вот этих двух параметров или же вот с помощью этого маркера. Следующий параметр — это фидбэк, и вот здесь они перечислены в столбик. Фидбэк определяет, грубо говоря, насколько долго будут звучать вот эти повторения. Далее следующий параметр определяет панорамирование звука, то есть панорамирование суммы левого и правого каналов. И последний параметр определяет их уровень. Давайте выключим центральный канал и рассмотрим левый. Обратите внимание, что Delay у нас применяется только к левому каналу, то есть только к клэпу. Head, поскольку он у нас звучит в правом канале, у нас этим Delay не обрабатывается. Ну, в общем-то, это и есть все отличие вот этой вот задержки левого канала от суммы. Далее мы также можем установить те же самые параметры и панорамирование. То есть в данном случае у нас эффект применился к левому каналу, но сам эффект звучит в правом канале, потому что мы его отправили в правый. Также уровень и, как я сказал, то же самое все для правого канала. И самый последний параметр — это параметр dry. То есть это громкость сухого нашего оригинального сигнала. То есть оригинальный звук мы не слышим, а слышим только эффект Delay, когда у нас данный параметр на нуле. Когда он на максимуме, то мы слышим максимально сухой звук. И, соответственно, когда громкость отдельных задержек на нуле, мы в таком положении слышим только сухой сигнал. То есть, смотрите, вы здесь можете управлять отдельно громкостью нашего оригинального сигнала и отдельно громкостью каждой задержки, каждого канала, левого-правого и их суммы. В общем-то, вот и все. Так работает данный эффект. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Не забывайте подписываться на канал. Впереди еще много интересных различных видео. Всем пока!